Что же? Так. Боеприпас по полной. Теперь выходим наружу. Так, смотрим по навыкам, что у нас там сохранилось. Ребят, слушайте, я что-то не пойму. У меня навыки сохраняются или нет? Что-то я не пойму насчет вот цапли вот этой. По-моему, я вот это прокачивал, нет? Или мне кажется? Хм. Нет, наверное, я это не прокачивал, мне кажется, реально. Ну, не знаю, ладно. Так. Что же нам сейчас, куда? А, вот, тут по берегу ехать. По заданию у нас поговорить с Баком. Какого хрена он ушел отсюда, если нам надо с ним поговорить? Я не понял, наши ребятки на этот аванпост просто приехали или нет, непонятно. По-моему, нет, но не знаю почему. А мне кажется, в четвертой части паркра нет, не было такого количества разнообразия этих репеллентов. Вот они едут, как я их не врезался. Мне кажется, в этой части как-то побольше даже будет. Снадобий всяких. Давай, спускаемся. Точнее, слезаем и спускаемся. Вот этот засранец. Блин, тут бы побезопаснее как-нибудь. О, отлично. И тут, кстати, реликвия. А, ну потом туда войдем. А она, может, наверху? Нет, скорее всего, внутри. Что за хрень? Если ты знал, куда я собираюсь, почему Джейсон, не сказал? Джейсон, Джейсон, не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет, нет. Сначала преподам тебе урок истории. М? Готов к этому? Тогда слушай. Представь, здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы ебашки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман, на котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра. Включая, да, мой чертов нож. Это все. Береги себя. Урок окончен. Все ясно. Блин, да куда он девается? Я убью этого ублюдка. Я тебе помогу. Так. Отлично. Здесь назад нельзя выйти. Здесь все сильно разрушено. Да, еще тут крысы бегают. Не понял. Так. Что это красное-то было? А, это мышки. А куда тут? А, вот. Змея, что ли, там? Я ничего не пойму. Или кто это шипит? А, неважно, короче. А, вот, так и знал. Ладно. Деньги. И... $37. Сюда змеи заползли каким-то образом. Так. Вон еще змея. Не хочу подходить. Вон, пошли отсюда. Так, похоже, нам вниз. Отлично, контрольная точка. И... сундук. Фарфорный карлик. Обалдеть. Вот. Сам главное, чтобы здесь под водой никаких... кима не было. О, черт! Здесь люди Васа?
чувак вышестоящий на уступе. Как там называется этот навык? Точнее, как его им пользоваться? Ага, просто подплыть. Надеюсь, он меня не услышит. И вообще. Это место меня пугает. Свалить бы отсюда. Вот здесь где-то реликвия есть. 50 дают даже за это. Либо я не знаю, что это за звук был. Мне кажется, он меня спалит. Так что давайте-ка его вот так вот сейчас минусанем. Гад. Да что это? Ну что это было? Ну-ка. Ребят, я не понял. Я попадаю по нему. О, все нормально. Голова. Расстреливается. Хорошо, вот так. И тут еще где-то был. Нет больше никого. Хорошо, перезаряжаем. Отлично. Найдите вход в пещеру. Че, пещера какая-то? $18. Да. Только это скорее... Ну да, пещера. Всё, вперед. Так, а там у них могло быть что-то ценное. Ну ладно, пофиг. Интересно, а если я этот вход найду на карте, когда буду... Когда буду наверху, там, на поверхности, я смогу сюда спуститься? Так, ух ты. Я думаю, сейчас... Они ищут японский нож! Ёптой дивизия, обалдеть, смотри, сколько их тут. Че, это не проблемка сейчас у нас будет. Сейчас. Скоро надо да, бред! Ну что это было, Эф, почему-то не получилось. Какая-то хрень непонятная, честно скажу. F должен был нажать, да еще такой шанс был. Тащить их с собой. Да вообще... Да вообще по-хорошему, для чего я лук... О, вот у нас что еще есть. Ну-ка, бах. Так. Думаю, что она в точку летит. Но множественно будет, нет? 30. Всего одного замочила. А, так я всех, наверное, перебил. Да. Что ж ты будешь делать-то? Так. А это еще что такое? А, понял. Я так и знал. Так, как долго перезарядка? Там, по-моему, какие-то ящерицы. Либо какие-то непонятные звуки. Живых существ. Лук у нас на троечке, надо не забывать. А, так это обезьяна. Нам не нужны обезьяны. Это туда же лист. Где з... А, вот. Да блин, я же вроде их сжал. Все, змей. Не опасный. Туда же листья растут, хотел сказать. Так, а здесь придется прыгать вниз, наверное, да? Либо я даже не знаю. Ну да, скорее всего. Обалдеть. Фигуру не будем брать. Так, и теперь надо посмотреть, куда нам... А, ну вот сюда. Плыть нам нужно. Отлично, наверх. Так, Джейсон, сыграем в Индии. А, все ясно. Сейчас можно начать. Прям вообще механизмы какие-то твои, обалдеть. Работало. Зубья какие-то, блин. Надеюсь, что будет крокодил. Так, наверное, вот сюда. Да, я угадал. Достаточно быстро он плавает, я бы сказал. Так. Все, смотрите, какие-то
китайские развалины. Войдите в храм, чтобы найти сокровищницу. Оу-е. Это было заскриптовано. Мне нужен тот уступ. Два ключа. Легко. Легко. Конечно, легко. Только ты в воде не забывай об этом. Ну. А, давай. Я стою на воде. А, тут это пол. Все ясно. А я думал там... ничего нет. Здесь нам подсвечивается область. Да можно, наверное, вот так. И вот так. Давай! Ну, какого хрена? Так, отлично. Так, стоп. И что вы хотите сказать-то? За камни не можешь зацепиться, что ли? Чё, лох, что ли? За камни не зацепляешься. Ладно, погнали. Я что-то не понял, а что он хотел сделать-то уступом какой-то? Тут, что ли, какой-то? Да не, это, наверное... Не-не-не-не-не. Там, по-любому. Про какой он уступ-то сказал? А, может быть, сюда еще. Да, точно. Чё-то я тупанул. А здесь, видите, на уступ. Ну давай, заберись. Ну! Блин, ребят, это бред. Сейчас все будет! Все будет... Ну, так... А, он нам освободил дорогу, наоборот. Так, отлично. Все теперь шикарно. Теперь войдите в сокровищницу. Дают нам немного так поразвлечься, поиграть. И где наш каменный нож? Это то, что я ищу? Черт! Да у нас этот, С4 есть, ничего, прорвемся. Берите компас, я это сделал. Типа пещера рушится. Найдите выход. Вы чего, охренели? Для того, как все развалится. Ах ты, елка, прикарась. Так, мягко и тихо. Ну, а, зажать. Сюда быстрее только. Пожалуйста. Спасибо. Опа. А я нашел. Еще по-любому Д или А надо нажимать, нет? О, все, так легко. А там какие-то развалины впереди были. А, ну, наверное, какие-то бывшие, не знаю, сооружения. Как ты меня сооружения там, в принципе-то, были. Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо-глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож, доволен? Не-не-не-не-не, Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Это что за чудеса? Мое сердце трепещет в предвкушении. До встречи, Джесс! Так не исчезай, ты пожалуйста. Ты знаешь, куда я могу пойти, да? Нет, друг. Знаю, куда идешь. Да блин, сейчас опять он исчезнет. Да, блин, козел, а? Какого хрена он исчез? Так, имбирь. Ну, это пунцовый лист, да. На кленовый, похож больше. Кленовый лист. Так, это белый лист. Ну, это особые там репелленты. Далее нам нужно опять поговорить сейчас с Баком. Колебался, говорить.
Да, нам вот сюда теперь. А мы где? А, вот мы. Добежать тут 5 секунд. Отлично. Одну очку навыка нам дали. Ну что ж, начнем, наверное, что-нибудь качать уже. Что-нибудь такое знатненькое. Только не знаю, что, блин. Во! Нормально. Ну, давайте попробуем сейчас. Так, и что-то изготовить можно. Ёкарный карась. Посмотрите, сколько всего изготовить. Да не хочу. И изготовить, обалдеть. Так, далее нам по шкурам, что там, бумажник на не нужен. Так, это пока тоже не нужно. Какой интересный рюкзачок с украшениями, ё-моё. А, дальше, для ракетниц нам нужны динго. Сейчас посмотрим, что они поблизости есть. Как они, блин, выглядят-то. Тут медведи вообще водятся. А, ну, я бы сказал... Вот, наверное, скорее всего, вот эти собаки. Так что давайте, знаете, что сделаем? Быстренько сейчас вот сюда переместимся. Там тоже есть рядом с его с баком быстрое перемещение. А, поищем, значит. И заодно, если там будут собаки поблизости, можем, может быть... Ну, и заодно, естественно, купим, если найдем собак. Если это вообще собаки динго, мы обязательно купим патрончики для... Точнее, ракеты. Черная покерная фишка. Блин, это бред, то, что мы не можем здесь самое перелезть. Ну, согласен, забор, конечно, корявый, можно порезаться. Так, стоп, подожди, я же забыл. Собаки-то где? Вот тут они. Ёсики! Ёсики! Так, и у нас активированная вышка здесь. Оу, да. Я даже помню, мне кажется, это место... Так. Так, у нас здесь новый листик пунцовый. Ну, думаю, не надо брать его. Можно, в принципе, ладно. Вот этот имбирь возьмем. Кстати, теперь мы можем изготовить. Да иди ты в задницу, блин. Так. Еще кое-что. Так, создание предметов. Вот, медицинские. Сейчас мы будем изготавливать их по максимуму. Все. Отлично. Так, ну что я могу сказать? Куда нам примерно-то идти хотя бы? Вниз лучше или вверх? Что-то, кажется, наверху где-то надо поискать. Да, вон их сколько. Я думаю, это собаки, они ходят стаями. И, кроме того, там еще какие-то есть кабанчики. Ёп. Да ёп, откуда они? Кстати, мы вы заметили, что мы прокачивали какую-то функцию, при помощи которой мы сможем лучше уворачиваться от животных. Хотя нет, вряд ли. Еще, видимо, нужна шкурка. Свинья нам не нужна. Тут они как друзья, свиньи, динго, но не друзья они на самом деле. Они кушают их, наверное. Итак, изготавливаем. Дальше нам нужен тигр. Я думал, сейчас свиньи напишет, было вообще круто. Так, и смотрим, где у нас тут тигр. Так, тигр, тигр. Может быть, здесь он где-то? Где-то я увидел. Именно поблизости, чтобы был к заданию. Ну, вот здесь. Это, видимо, тигр. Так, хорошо, давайте отправимся. Можно, кстати, садануть его там. Ладно. Так. Сейчас посмотрю. Где-нибудь близко с точкой с этой быстрого перемещения. Прям вообще близко, чтобы был. Вообще, тигры, они водятся даже не в своей местности. Ну, где есть что пожрать, там они водятся. Ну, вот тигры, да, но... Опять же, далековато достаточно. Здесь можно. Ладно, займемся ведь после этого. Этим после займемся. А ну, что надо будем сейчас с грёбаным баком говорить? Который... перемещается в пространстве, не пойми как. Так, вот. Ух ты, 610 плюс 6. Ну, давайте, окей, купим. У нас, кстати, 1500 денег. Блин. Ну, да, нам бы не помешало жахнуть испытание какое-нибудь. Ну, опыт тоже нам не помешает.
но чтобы грамотно, чтобы у нас было много опыта, нам нужно, чтобы нам давали большое количество очков навыка, опыта. Так, я не понял. А, ну да. То нам нужно выполнять, захватывать аванпосты, вышки или дополнительные задания. Но дополнительные задания дают меньше всего за дополнительные задания. Ну, я имею в виду относительно вышек, ну, короче. Вышки 500 опыта, по-моему, дают, за вышку, а за аванпост, ну, 550, и если бесшумно, то... Опыт много листьев. Если бесшумно, то 1500. Так, а что-то эту дорогу я не видел на карте. А, ну все, да, правильно. Дайте посмотреть, от чего меня там... Ну, невысоко. Но все равно не очень круто было бы, если бы я упал. Потому что мне пришлось бы непонятно, как добираться. Ну, может быть, я смог бы добраться как-то. Даже не знаю. Также здесь можно в игре покупать такой трамплинчик там. В игре можно покупать карты в этой, как специальные для... Для как бы... Для... Просмотра местности. Мне кажется, мы туда поедем. Для просмотра местности, то есть на... Реликвии, сундуки как? И прочее. Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Хая? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джен Хэ был капитан Лин Кон. И Лин Кон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джен Хэ... О, чертов Джен Хэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон, умный. Сокровище? Сокровище... Неизвестно, где они, не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и Япошки, весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Удачи. Ты опять исчез, да? Ну да, пристрелим мы тебя. Ну можно гранату в него кинуть, когда будем подходить. Подходить к нему. Так, все, нам... А, нам все. А ну-ка.